Сезонная заболеваемость ОРВИ в Муроме растет. Эпидемиологический порог превышен на 20%. Об этом сегодня на плановом совещании в администрации сообщила главный врач 3-й городской больницы Марина Котрова. Общий карантин, по словам медиков, не вводится. Следующей неделе будет контрольный. Если превышение порога сохранится на данной отметке или вырастет, то в нашем городе ведут ограничительные мероприятия. На данный момент закрыты 16 классов в школах и 4 группы в детских садах разных микрорайонов.